Здорово. И вот такую открыточку отправлю друзьям в Европу. Залетает. Класс. Татьяна, я хочу сделать вам подарок. Такой матрешка, как любимый пакет. Я очень внимание, что все это сходило. И воскресенье в 21:00 на телеканале «Поехали». Тренеры неповторимые для других в Самаре – это пешеходная зона. Здесь вы обязательно найдете огромный выбор сувенирчиков. Вы такие милые котики! Вы эти милые пушистые! Всем рекомендую набрать, если вы путешествуете по поездам, самолетам, автобусам. Возьмите себе такие ладники. А, это у вас что, сумочки? Да, это сумочки. Ну, это майки. Кнопки, кстати, осторожно. Дверь открылась.
В избежание травм. Thank you.
к тому же людям и бедным женщинам, и держите их за поручни. В избежание трона. Осторожно, если трон. Следующая станция. У каждого обжарщика свой рецепт, существуют свои профайлы. Некоторые используют такие хитрости, как забрасывают на высоких температурах, выбрасывают на более низких. Это все индивидуально, в зависимости от опыта, опять же. Знаете, друзья, мне кажется, секрет успеха любого дела в любви, с которой мастера и занимаются. Обжарка кофе, его приготовление не стали исключением. Именно любовь делает его вкус насыщенным и незабываемым. И вот, хочу вам показать, как выглядит зеленое зерно. И, собственно, из него готовый продукт. Им необходимо отлежаться 5 дней. Так рекомендуют многие обжарщики, собственно, бариста. Также делают различные эксперименты. Например, как профессиональные обжарщики после обжарки обязательно тестируют свой продукт. Это называется каппинг. То есть обязательно пробуют, что получилось. Если что-то не получилось, они меняют профиль обжарки. Именно вот эти вот профайлы. Вот такие вот нюансы. Отлично. А можно я с собой заберу полкилограммчика вашего фирменного кофе? Конечно. Перед употреблением и какой срок выносил такого обжаренного кофе? 2 месяца. После чего кофе начинает терять свои вкусовые качества. А, ой, нет. Я вернусь со своими подружками. Спасибо вам большое. Успехов. Спасибо. Thank you.
собрать то же самое, что здесь. И кошку. Давайте попробуем. Кошку из таких деталей, да, кошку. Ушки, ушки, наверное, это ушки. Ушки. Давайте. Друзья, мы кошку собрали. Счастье-то какое, а? Радости, конфеты. Здорово, спасибо вам большое за такой сувенир. Спасибо вам. Буду практиковаться. Так, кошечку собрали, потом совенка, рыбку и тигренка. Да. Ну, все, я побежала дальше. Благодарю. Спасибо. Посмотрим, друзья. Друзья, глядите, какая невероятная сувенирка. Станция Партизанская. Доступная станция Тракторный завод. Осторожно, двери зачиняются. Please mind the closing doors. Уважаемые пассажиры, стяжите сетки шины.
тракторный завод. Тракторный завод стоит. Станция Пролетарская. Осторожно, двери зачиняются. Поважанные пассажиры, невыконання правила укористання ескалаторами може привести до падіння і травмування. Станция Пролетарская. Пролетарская станция. Наступная станция Першамайская. Выход на правый бок. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Першамайская. Please mind the closing doors. Уважаемые пассажиры, на основании решения Госполкома на объектах метрополитена введен обязательный масочный режим. Берегите себя. Thank you.
станция Першамайская. Выход на правый бок. Першамайская станция. Exit on the right side. Наступная станция Купаловская. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Купаловская. Please mind the closing doors. Поважанные пассажиры, после объявы об закрытии дверей, посадка в вагоны не допускается. Станция Купаловск. Называется «Казачья семья». Здесь образы, да, русской семьи, даже казачьи, да, вот, национальных нарядов. Это даже игрушка со смыслом, да? Конечно, конечно, ребенок с самого рождения.